Сегодня на Совете Безопасности Евгений Шевчук еще раз акцентировал внимание на том, что подобные инциденты недопустимы. Мы исходим из позиции следующей, что на территории Приднестровья действует законодательство Приднестровской Молдавской Республики. И это законодательство предопределяет, что граждане Приднестровья не могут быть подвергнуты обыскам, допросам, не могут быть в отношении них проводиться оперативно-розыскные мероприятия должностными лицами и органами власти, которые не поименованы в соответствующих законах. Все иные действия являются незаконными, и все правоохранительные органы Приднестровья обязаны в силу Конституции защищать права и интересы приднестровцев. В ходе заседания глава государства подчеркнул необходимость следования соглашениям, в том числе по взаимодействию правоохранительных и силовых структур двух государств. Мы готовы со всеми взаимодействовать в целях розыска, поиска и привлечения к ответственности преступников. Но для этого есть соответствующие процедуры, и их нужно соблюдать. Наша позиция заключается в следующем, что действие вне рамок этих процедур противоречит не только тем соглашениям, которые есть, а принципу взаимодействия и сотрудничества. Допускать фактов, когда в дальнейшем, когда с территории Приднестровья в одностороннем порядке представители иностранных государств будут вывозить граждан Приднестровья, недопустимо. Односторонние действия правоохранительных органов Республики Молдовы способствуют росту напряженности в зоне безопасности, ухудшая ситуацию и неучастие молдавской стороны в работе ОКК, подчеркнул президент. Те, кто провоцирует такую напряженность, они воспринимают и должны воспринимать на себя всю полноту ответственности, потому что Объединенная контрольная комиссия – это механизм, который был создан в результате прекращения огня и приостановки боевых действий в 1992 году. Попытка слома миротворческой операции является попыткой пересмотра всех соглашений, основополагающих, связанных именно с приостановкой ведения боевых действий. В ходе сегодняшнего заседания его участники также обсудили комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации в зоне безопасности, а также возможные шаги по противодействию возникновения подобным провокациям со стороны Молдовы. Александр Кожухарь и Александр Савюк, Первый Приднестровский телеканал.